Так, друзья мои, всем привет! Мы с вами находимся в магазине, который я часто вам снимаю. Это наш магазин, который называется Winners, а вообще-то он то же самое, что американский TJ Maxx. И начнем мы с украшений. Этот магазин имеет люксовую линейку. Значит, вы видите вот часы Versace. Не вот те вторые, 199, это Versus. А, нет, пардон, это часы Versus. И это не Versace, это немножко другой, по-моему, дешевая линейка бренда Versace. Стоят они $200. Вот браслет Александр Маккуин, 399. Кошелек Клоя, 680. И часики Ferragamo, они так лежат, что их неудобно снимать и не видно цены. Вот часы Gucci. По-моему, они за 800. И серьги Валентина за 1299, $1300. Это, я напомню вам, магазин Stock. То есть сюда, это все здесь все как комиссионка, ну не комиссионка, а здесь все по заниженным ценам. Вот еще один браслет McQueen на резинке, очки Tom Ford за $200 красивые. Синенько. О, нет, я думала, это Тиффани, но нет, это не Тиффани, что-то плато Гуччи за $300. Кстати, недорого, я вам хочу сказать. У нас подержанные продаются за 250, но он такой белый, на нем даже не видно, что это Гуччи. Так, ну и другие украшения здесь есть, это уже обычные. Я вам не буду их снимать, хотя есть интересные. Посмотрите, какое красивое кольцо со змеей. За $30 всего лишь. Просто потому, что это серебро, скорее всего, с позолотой. Вот много всяких тут кулончиков. Сердечки, божьи коровки. Очень близко. Сейчас я вам подальше сниму. Так. Интересные серьги вот эти. За 40. Так, и тут у нас немножко есть вот сумка Клоя. Сумка Клоя за $1299. $1300, она сделана даже не из кожи, а из такой балони. Так, это Coach, Michael Kors. Это Coach, ничего особенного, Michael Kors. Это Moschino за 500. И это, судя по всему, $2400 плетёжка от Bottega. Маленькая совсем, розовенькая. И эта сумка Валентина за 4000. Ну, здесь Coach, это не очень дорогое. Это как бы, ну вот, все, что у нас есть. Туфли Saint Laurent за 700. Раньше, конечно, цены были дешевле. Туфли Jimmy Choo за 529. Боже мой, я помню, тут еще все было по 300 когда-то. 250-300. Сейчас, конечно, цены охренеть. Jimmy Choo за 629. Хочу посмотреть, кто их купит за эти деньги. И тот за 400. Все, вот это весь люкс. Очки здесь. Пойдемте смотреть одежки, платьица. Если есть какая-то люксовая одежда. Очень много всего летнего. Очень много всего летнего. Много еще пальто висят. Но они в основном все на распродаже. Куртки. Что-то такое розовенькое, симпатичное. Вот за $40. Не знаю, что это за бренд. Но это не на распродаже, потому что это как раз осенние вещи. Весенние, вернее, такие легкие. А теплое пальто... Теплое пальто ушли все на распродажу. Ой, от Zara какой пиджачок симпатичный в клеточку. Почем? Сколько они за него хотят? Ну, такой. Сколько они? Ого, $80 заровский пиджак. С ума сошли. Куртка, вернее. Ну, вообще. Окей. Так, здесь иногда бывают люксовые вещи. All Sense. Ну, это такой люкс. Не совсем, но такой. Средний сегмент. Стоит $60. Видите, стоило 145, а здесь подешевле. Rag & Bone. Это довольно дорогой бренд. 150. А его оригинальная цена
нету. Уже все перемазали в этом самом, в пудре, Ганни. Какой-то страх божий за 150 долларов. Раньше здесь были настоящие люксовые вещи, настоящих люксовых брендов. Если вы помните, если не помните, то посмотрите мои старые видосы. Я тут и Феррагамо, и Гуччи была, одежда висела полно. Сейчас, конечно, какой-то отстоево. Ничего интересного, ничего красивого. Ну, может, я еще не все рассмотрела, но вот я смотрю. Вероника Берт, это как бы такой медиум сегмент, 180 долларов он здесь стоит. Я думаю, что вот, видите, Вероники Берт стоит 498. Ну, вот такие сейчас есть. Маш немножко за 80 долларов. Это платье. Это шортики. Видите, комбинезончик. 80 долларов. Для Маш это недорогая цена, 40 размер. Но это такой комбинезон шорты. Какие-то вязаные платья. Смотрите, такие вот. Ну, ничего такого. Так, блестюшки очередные. Вот такие вот всякие. Вот, ну куда это? Что это? Как, куда это носить? Вот такое. Ну, молодежи, конечно, хорошо. Я уже бухтю, как старая бабка. Тед Бейкер платье за 80 долларов. Вот оно же, только то короткое, а это длинное другого цвета. Вот такое. Я помню, у нас было и Прада, и Гуччи, и что угодно. А сейчас вот у нас Маш за люкс идет. Но он и стоит не очень. Прада и Гуччи, конечно, и стоили подороже. Но было приятно. Было много, и оно было, конечно, намного дешевле, чем в магазине Прада или Гуччи. Вот тоже Маш, 80 долларов. Кстати, неплохое платье. В смысле, фасон неплохой. Такой, никаких вырезов, разрезов. Ткань красивая, интересный дизайн. Если найду свой размер, то померю. Но, по-моему, самый большой 8-й. В 8-й я не влезу. Вот еще платье Маш. Но какое-то мне не нравится. И вот это платье Маш. Но мне оно тоже совершенно... Мне нравится. Да. Так, вот что-то красивенькое в горошек за 60. Какой-то вот такой бренд, не знаю, кто это. Может быть, возьму пример, если будет мой размер, потому что платье симпатичное. Хотя вот эти все выреза и вот эти все чашечки, это не мое. Не с моим бюстом и не с моей фигурой это все носить. И вообще все эти вот эти тонкие бретельки и вот такие вот всякие бретельки, это не мое, хотя... Платье красивое, вот видите, здесь всякие красивые расцветки. Но все это вот такое на бретельчиках. Я бы лучше что-нибудь поискала для более женщин плотненьких в моем формате. Какой-то плащик, Тед Бейкер, клеенчатый, какой-то страшный. Какая-то кофта розовая. Это кто у нас? Это у нас... Даже не знаю, English Factory. Даже не знаю такую компанию. Стоит 40 долларов, значит, ничего люксового в ней нет. Ну и на вид нету. Здесь, кстати, я вот масмарочку не заметила. Это Sport Max Mara. Жакет. Маленький совсем за 280 долларов. У него какие-то тут интересные детали. Какая-то вот тут вот стразик на плече. Знаете, размер медиум, но он такой малюсенький. Я, конечно, в него не влезу ни под каким видом. И цвет такой оранжевый. А спереди он, видите, сделан на все пуговицы, и к нему приделан пояс. То есть его нужно носить под пояс. Это пояс. Они просто его так приклепали, чтобы никто не потерялся. Он один висит. И вот такие вот жакеты тоже Max Mara. Они без подкладки, кстати, по цене. Они такие, знаете, как из... 279 тоже. Кстати, есть все размеры и большие есть. Они такие, как тоже как-то... Это тоже спорт. Спорт Max Mara. Они как-то такие трикотажные.
вот давайте мы пойдем посмотрим, что здесь есть. Смотрите, какие интересные джинсы с таким градиентом. Интересная расцветка, но очень яркий. Очень яркий. В общем, много всего. К лету. Интересная какая рубашка. Розовая бричата. Так, это мы с вами идем по тому, что представлено на, ну, как сказать, на дисплее. То, что они считают самой достойной вещью, которую они вывесили на дисплей. И сейчас мы с вами что-нибудь возьмем и попримеряем. Все они перевесили. Я была тут пару дней назад, тут были вещи гораздо более интересные. Куда-то все или распродали, или распродали, или просто перевесили в другое место. Все, девочки, идемте искать, чтобы нам примерить. Вернее, я пойду искать. А встретимся с вами уже в примерочной. Вот пиджаки с этими рукавами заложены. Серьезно. Сколько можно уже их делать? Ладно. Хватит критиковать, давайте что-нибудь смотреть по примеру. Так, дорогие друзья, мы в примерочной. Мы принесли много интересного красного, такого сиреневого, что-то белого, оранжевого. Этот жакет Макс Мара я принесла. И давайте будем примерять. За что я люблю этот магазин? Здесь большие примерочные, большие зеркала. Можно отойти подальше, показать себя в полный рост. Чего нет в очень многих, очень во многих магазинах. Везде такие примерочные крошечные. А здесь, причем это обычно, это не инвалидное. Но она довольно просторная. Смотрите, какой отличный красный костюм. Эта компания называется French Connection. У нас есть их магазин. Он очень недешевый. А здесь оно все стоит подешевле. Но очень красивый комплект. Короткая вот такая буклированная юбка. Причем юбка на сейле не совсем недорогая. А пиджак еще за полную цену. И, кстати, пиджак, по-моему, размер medium. И он, на удивление, на мне сошелся. Я не ожидала, если честно. Буклированная ткань, такой красивый, прекрасивый красный цвет пожарной машины. Вот такая вот юбчонка с карманами. Ой, как мне нравится, девочки. Ну, я не знаю, если оно мне надо. Красота, правда, очень красивый костюм. Как раз как сейчас модно. Короткая юбка и длинный пиджак такой двубортный. Жакет, пиджак, не важно. Что вы скажете? Красиво, правда? Так, давайте рассмотрим. Значит, вот это называется French Connection компания. Видите, сколько? Он жакет этот размер medium. Стоил $158 в самой компании. Знаете что, по нынешним ценам это уж не так дорого. Когда-то я считала, что это такая дорогая компания, а сейчас я смотрю, что она не особенно и дорогая. $80 стоит этот жакет, значит, все синтетика, все полиэстер, и верх, и подкладка, но очень красивый цвет, красивая такая букля. Может быть, она уже немножко поднадоела, вот этот твид, но тем не менее, мне кажется, что это вечная классика. Может быть, это не совсем уже прямо супер-супер... как сказать, супер тренд, который он был пару лет назад, но, по-моему, в принципе, мне кажется, что до сих пор это как бы всегда, мне кажется, что это вечная классика, которая никогда никуда не денется. И, значит, юбка стоила 98 по French Connection, размер 10, это, в принципе, medium large. Сейчас она сейчас на распродаже, стоила 40, сейчас $30. Совсем дешево. Вот так называется French Connection. Слушайте, я когда-то считала, что этот бренд очень дорогой, но я смотрю, что по нынешним ценам он не такой уж и дорогой. Странно, правда? Когда-то мне казался безумно дорогой. Так, пиджачок из Зары. Мне понравился очень его цвет и его ткань. Он весь, конечно, мятый, но вы знаете, здесь все, что из Зары, оно как будто бы из одного места вынуто. Примеряю на свое, извините, нижнее платье, которое у меня надето, потому что мое платье все такое в дырочках, и мне под него обязательно нужен какой-то
какая-то нужна нижняя, это вот, ну, типа комбинации. Ну, вот я на него сейчас примерила вот этот жакет. И это размер small. И он мне, в принципе, как раз, вы представляете? Я даже очень-очень удивилась. Или это какой-то очень старая Zara, который, когда еще размер small был, не такие маленькие. Или этот пиджак, имеется в виду, что он оверсайз. Но мне очень нравится его, его расцветка. Стоит он $40, это странно. Здесь вещи из Zara обычно стоят там платья по 15, по 20, пиджаки по 30, по 25. Почему-то этот не оценили в 40. Но этикетка такая самодельная. Может, лишь бы прицепили, знаете, может, он и был дешевле, но оторвалась этикетка оригинальная. И они вот приделали его. Конечно, это все отгладить. Я даже не знаю, если это возможно. Но цвет очень приятный. Посмотрим. Вы знаете, у него неплохой состав. 100% вискоза и подкладка 100% ацетат. И вот видите, стоит он 40. Вот. Вот красивый. Вот красивый, но пуговицы такого же цвета. Но я не знаю, можно ли его будет вообще... Ну, отпаривателем, наверное, можно будет отпарить. Посмотрите, какой прекрасный цвет и расцветка. И ткань такая интересная. Так, еще один комплект. Это такая юбка плиссированная. На поясе резинка, и здесь пояс еще есть. И вот такой вот бомбер. Бомбер. Я его расстегнула. Внизу у него резинка, в принципе, его можно и застегнуть. Опа. И вот так вот он, наверное, должен быть вот так вот в пояс, в талию. И вот так подниматься. Чёрт, что я не пойму, он мне не то маленький, не то как-то не подходит. Ну, в общем, я его взяла, потому что, ну, видите, так по цветам хорошо с этой юбкой сочетается. Юбка такая длинная. Но мне все длинное. Я маломерок, поэтому мне все длинное. А такой бомбер симпатичный. Очень даже симпатичный. И вместе, по-моему, выглядит неплохо. Хотя он меня как-то, по-моему, полнит. Вот это вот здесь. Может быть, его опустить надо пониже? Ну, в общем, как-то так. Что-то не то. Может, мне его надо расстегнуть? Что еще сделать, чтобы это выглядело лучше? Ну, вот, расстегнут он. Видите, юбка на поясе резиновая. И здесь еще такой пояс приделан. В принципе, сюда можно ставить любой пояс. Интересный цвет, такой пыльной розы. В карманы еще. Цвет пыльной розы, а бомбер такой сиреневый. Почему я говорю бомбер? Бомбер. Почему-то я все время говорю бомбер. Какой-то у меня этот неправильно. Вот так. Так, значит, это был размер large, и стоит он $50. Все, конечно, полиэстер. Это бренд, так он называется, Rachel Zoe. Очень много у нас этого бренда в магазинах. Он такой, не очень шибко качественный, не очень дорогой. В общем, ну, средненький такой. Но иногда делают симпатичные вещи. Все-таки хорошо так сделано. Видите, кнопочки под цвет. Ну, в общем, хотя не совсем, не идеально, конечно, но нормально. Смотрите, я еще принесла такой свитер. Я на самом деле принесла его вот к этим вот брюкам. У меня тут такие брючки симпатичные, беленькие, ну, такие кремовые. Я хотела померить со свитером их, но вот я подумала, что можно вполне носить с этой юбкой, примерить его. Мне кажется, что он должен быть немножко больше для юбки. Но он очень интересный. Посмотрите, здесь такие черненькие стежки, красивая вязка. Вот здесь так вот как-то он интересно сделан. В общем, свитер интересный. $50 он стоит, с таким вот, видите, воротник этот модный сейчас. И мне кажется, что он должен был бы быть пошире немножко, чтобы с этой юбкой носить. А вот с брючками мы сейчас померим и посмотрим, как это. Ой, что-то брючки сели не очень. Может, потому что на мне колготы надеты, мне надо было бы их снять, но мне неохота. Ну, в общем, короче, как-то. Брюки сами по себе хорошие. У них здесь сделаны вот такие вот пуговички. Но это не карман, а может и карман. Нет, это не карман. Это просто пуговицы петлями. Мне это понравилось. Идея, видите, такие симпатичные. Но сидят они на мне плохо. Я их сейчас еще померю с жакетом Max Mara Sport, который я принесла. Может быть, надо было снять колготки. Как-то поэтому они комячатся. Как-то... И они такие вот резиновые, как ритузы. Может, поэтому. Короче, плохо. Долго показывать не буду, потому что некрасиво. Так, в свитере в составе 15% шерсти. Стоит он $50. Вот такой бренд. Никогда не слышала.
Ну и он сделан хорошо, интересно сделан. Симпатичные вот эти вот какие-то здесь вставочки на рукавах такие. Очень неплохой. Смотрите, какой симпатяга. А сзади, сзади такой же. Симпатичный свитер и юбка. Ну, тоже, конечно, вся синтетическая. Плиссировка стоит 40 баксов. А, вот такой вот компания вот такая. Ну, такое, знаете. Не самое лучшее качество, но симпатичный цвет. И плиссировка всегда в моде. Смотрите, какой интересный топ. Он вроде бы просто рубашка, а у него сделано вот, вот одно плечо. Сейчас я вам покажу. Видите, как здесь такая бретелька. Причем она меняется по длине. И вот такой вот спущенный, как будто бы спущенный воротник. И здесь вот обычный. Ну и вот тут он такой обычный. Мне прямо очень нравится. Такая красивенькая идея. Здесь кармашек. Ничего, правда, такой интересный. Такой, вроде бы рубашка обычная, вроде бы нет. Вот такой, видите? Класс, правда же, он такой здесь вырезанный, с какими-нибудь брюками, светлыми, вот такими тоже белыми. Попа прикрывает, но эти брюки не очень, а вообще-то вот именно вот так. Прям класс, мне нравится. Так, смотрите, она стоила 40 долларов, сейчас 30, написано as is, это значит, что у нее есть какой-то дефект. Бренд называется вот так Heartloom. Вот, Heartloom. Я искала дефект, ничего не нашла. Пуговицы вроде все на месте. Здесь, видите, вот это можно регулировать, эту штуку. Ну, вы видите, да? Вот. Что-то вроде все на месте, никаких дырок нету. Не знаю, еще потом посмотрю, скажу вам. Но пока вот вроде я не нашла никаких дефектов. Пуговицы все... Все пуговицы, все на месте. Не знаю, что тут за дефект. Может, дырка какая-то где-то. Но пока что не нашла. Так, это жакет Max Mara Sport. Он мне немножко маловат, но это был самый большой размер, который я нашла. Это 10-й, 40-й. Мне надо было 42. 12, наверное. Конечно, качество хорошее, хорошо сшит. Такой по фигуре. Это вот, знаете, ткань такая какая-то немножко трикотажная. Мы сейчас... рассмотрим ее поближе. Стоит он 280 долларов. Тут на нем столько всяких прищепок, что я боюсь, что оно сейчас все начнет пищать и пиликать. Но выглядит он симпатично. Хотя на 280 долларов. Ну, Max Mara Sport. Хотя Max Mara Sport это даже не Max Mara. Это такая более дешевая линейка Max Mara. Но мы сейчас его рассмотрим, из чего он сделан, что и как при нем. Его эволюацию, его, так сказать, развитие вниз, так скажем. От цены, которую он стоил, 1890 долларов, потом он ушел на сейл 60% за 500, за 756, и сюда он уже прикатился за каких-то жалких 279. Знаете, что вам скажу? По сравнению с 1890, это действительно очень-очень сильное падение, то есть действительно колоссальная разница в цене. Кстати, на этикетке написан год выпуска 22-й, то есть это за два года он вот так вот, даже за полтора, там какой-то конец 22-го года, то есть за полтора года он произвел вот такое падение в цене и доехал до этого магазина. Размер написан, кстати, на нем 44, а здесь написан, видите, на этикетке 10. 10 это 40-й по-нашему, 44 это может какой-то итальянский, французский, я вот не знаю точно. Хотя это итальянский бренд. Jersey Jacket написано, сделано в Италии. Double breast, все такое. Ну, в общем, вот такая вот Max Mara. Вот такая вот история. Вот такой вот жакетик. Так, брючки. 96%. Фу, как я не люблю, когда это брючки. Блузочка. Брюки. 96% хлопок. 4 эластан. Бренд называется Derek Lam. Ну, это хорошая компания, дорогая, значит. Стоили они у Дерека 395 долларов. И здесь они стоили, я не знаю сколько, заклеено. Но сейчас 100 долларов они стоят на распродаже. Вот, видите, сотню. Не такая большая разница, как жакет Max Mara. Потому что стоили там 400, а сейчас 100. Ну, в 4 раза. А там вообще прямо из тысяч каких-то почти 2000 стало 200 с чем-то. То есть, ну, прямо очень большая скидка.
Вот такие симпатичные в нем пуговички. Но брючки симпатичные, но не... Брючки опять, господи. Ну и как-то не на меня. Вот этот вот ткань, вот это, она как-то меня обтянула. Написано, что 12 размер. Вот, но я не знаю. 12 мне, в принципе, нужен 10, 12 нормально мне. Но они как-то плохо сели на мне. Может, колготки надо было снять. Ну, неважно. Все равно за сотню как-то, я не знаю. У меня есть белые брюки. И такие вот молочные есть. Не нужно мне оно. Все, девушки мои дорогие. Сегодня у нас вот такие были примерки. Всякого разного, всякое интересно. А на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай.